Первая поликлиника Центрального района признана лучшей в республике. В чем ее особенность, сейчас узнаем. Почетный титул за последние 10 лет столичной поликлинике присваивают вот уже 7-й раз. Главное достоинство – доступность и качество медицинских услуг. Наша поликлиника – современное многопрофильное учреждение амбулаторное, оказывающее медицинскую помощь, обслуживающее 39 тысяч населения. Мощность поликлиники – 750 посещений в смену. В поликлинике работает 12 отделений. Все они оснащены современным оборудованием. Это дает возможность выполнять основные диагностические методики. На базе первой поликлиники у нас расположен эндоскопический диагностический районный центр, который обслуживает население. Мы проводим эндоскопические исследования, исследования желудка, двенадцатиперстной кишки, пищевода. Это колоноскоп для исследования толстой кишки. Наше отделение конкретно занимается в основном тем, что лечит пациентов, у которых есть травмы свежие, это конкретно травматологизма, то есть раны, ожоги, переломы. Это операционный, манипуляционный кабинет. Здесь проводятся вмешательства малоинвазивные. В основном это удаление каких-то доброкачественных новообразований. Кроме основных медицинских процедур, есть еще и те, которых больше нет ни в одной государственной поликлинике города. Например, грязелечение, водолечение, криотерапия. Этот кабинет, он используется в какой-то мере для реабилитации больных постковидных, может использоваться. Отпускаются сухие углекислые ванны, аппарат Реабокс называется. Значит, вообще сухие углекислые ванны используются там, где надо улучшить микроциркуляцию. То есть улучшается кровоснабжение всех органов, микроциркуляция улучшается. Насыщается кровь кислородом, то есть повышается иммунитет, повышается защитная сила организма. Значит, нормализуется деятельность нервной системы. И это еще не все. В отделении реабилитации есть залы для индивидуальных и групповых занятий гимнастикой и механотерапией, кабинеты массажа, озонотерапии и кислородные коктейли. В общем, все, что нужно пациенту, чтобы быть здоровым.